как восстановить легкие и одновременно как развить голосовые связки и силу голоса. Я при этом делаю еще полет орла. Сейчас я вам покажу, как это делается. Дыхание на вдохе и выдохе я практикую с 1 января 2020 года. То есть уже более 17 месяцев.
Сначала ничего не получается, конечно, на вдохе. Но, как говорится, вода камни точит. Я думаю, что скоро я научусь петь одинаково, что на вдохе, что на выдохе. Люди, они упрямые. И учат других то же самое. Тому же. Желаю вам крепкого здоровья, дорогие друзья. И восстановить свои легкие упражнения, для этого я показал. Можете летать и махать руками на вдохе вверх. Грудная клетка при этом тоже заполняется воздухом. На выдохе руки вниз. Либо показывает диафрагму, как она качает. На выдохе красную кровь из легких, а на вдохе набирается синий кровь. С вами был Николай Полыга. Подписывайтесь. И скоро я начну вести ежедневные трансляции по здоровью в 19 часов по московскому времени, чтобы удобно было моим подписчикам из республик СНГ, а также друзьям из Германии.